В эфире программа «Время» на Первом канале. Специальный выпуск новостей. Давайте обратим наше внимание на одну интересную историческую дату. 14 июня, год 53-й. Украина. В семье простого рабочего и медсестры родился поистине великий человек. Точнее, великая женщина. Ее назвали Натальей. Наташа росла, росла и таки выросла в настоящую женщину – Наталью Николаевну. Имя Натальи Николаевны Кремлевой не раз упоминается в истории России, ведь это она родила и воспитала двоих людей, дав возможность размножаться. На сегодняшний день потомство Натальи Кремлевой успешно растет и процветает. Нам стало известно, что сегодня граждане России смогут увидеть госпожу Кремлеву в таких городах, как Самара, 7 часов 56 минут, Саратов, 19 часов 20 минут и во многих других. А утром 16 июня в Анапе Краснодарского края. И вот что по этому поводу высказали политики и артисты. Дорогая Наталья Николаевна, хотя буду предельно честен, если назову тебя так, как привык. Наташа, сегодня у тебя великий день. День твоего, так сказать, рождения. Единственное плохое чувство, которое я испытываю, это глубокое разочарование и стыд от того, что не могу приехать и лично поздравить тебя, дорогой наш человек. Для меня важно, чтобы страна знала своих героев в лицо. И именно потому мы посвящались с Димой, приняли решение со следующего года. 14 июня сделать народным праздником. Я уверен, народ оценит твое участие в образовании России по достоинству. Мне жаль. Жаль еще раз, очень жаль, что поздравляю, как дурак тебя, вот так по телевизору. Но поверь мне, я очень хочу, чтобы жизнь твоя была, во-первых, долгой, во-вторых, красивой и полной радости. Пусть родные и близкие будут всегда рядом. Продолжай оставаться для всех россиян непререкаемым авторитетом. Помни о том, что у тебя есть такие друзья, как я и Димка. Наташка, с днем рождения. Так что я хочу в вашем лице поздравить всю Россию с праздником. Маленьких городов русских. Дорогая Наталья! Я вот тут накалякал немножечко пару строчек для тебя, хоть немножко в стихах, а то, говорят, батька все лупит с экрана, а стихов ни разу не писал. Послушай, что вышло. Добрый день, моя родная. Очень рад, ты есть у нас. Жаль, в дороге, дорогая, наступает звездный час. Эти звезды подсказали, сегодня днюха у тебя. И здоровья пусть желают твои близкие друзья. Вот что на коленочке написал лично для тебя, Наташка. Целую, я тоже в дороге, не могу больше разговаривать. 16 июня этого года, ровно в 4 часа, в Анапу поездом номер 424 прибывает с официальным визитом госпожа Кремлева. Правительство России в экстренном порядке обсуждает жесточайшую ошибку в законодательстве. Поводом для собрания стал непростительный факт. 14 июня, день рождения Натальи Кремлевой, день которой втайне уже на протяжении 59 лет граждане России празднуют по традиции на дачах, до сих пор остается в некоторых регионах страны рабочим днем. В общих чтениях было принято решение 2012 год объявить годом художника и в качестве идейного вдохновителя россиян рассматривать единственную кандидатуру в лице госпожи Кремлевой. Господин Жириновский высказал свое мнение, как всегда, не стесняясь в выражениях. И больше всего Владимир Вольфович был возмущен тем фактом, что такой знаменательный день застал Наталью Кремлеву в городе Самара, где она была с получасовым визитом на перроне вокзала. Люди, опомнитесь, кто сказал вам и смог убедить вас, как стадо баранов сделать праздником? Это 12 июня. Не слушайте никого. Это подонки, которые завуалировали основной народный праздник. Величайшее событие. 14 июня. Именно 14 июня, а не 12. Потому что 14 родилась Кремлева.
Наташка, мне столько лет затыкали рот, однозначно. Но я решил, хватит, все, хватит молчать. Ты, Кремлёва, человечище. И в твой день рождения я каждый год одеваю этот галстук. Галстук, в который в 70-м ты заворачивала мне вареную кукурузу. Ты помнишь об этом, да? Буду беречь, буду. Передам внукам с днем рождения, да, однозначно. 16 июня госпожа Кремлёва прибывает с визитом в Краснодарский край. Как стало известно нашим корреспондентам, поздравить Наталью приедут ее близкие люди, фотографии которых вы увидите в нашем выпуске. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I ever knew.